Всем привет! Я начинаю это видео совершенно необычно. Я зашла на почту и забрала свою малышку долгожданную. Сейчас я приду домой, так как на улице ветер. И дома будем распаковывать. Ну что же, ребятки, я пришла. И сейчас я буду распаковывать. Очень давно ждала эту малышечку. И она в нашу коллекцию. Я уже уселась, чтобы вам все видно было. Буду открывать на лицо. Извиняюсь за мой голос, я немножко приболела. Сейчас будем распаковывать. Давайте начнем первым. Это ножички. Какие вы? Они большие. Она немножечко мятая, но это не беда. Все исправим. Такая ножка. Сейчас это все выпрямим. Все будет отличненько у нас. Вторая ножка. Очки. Да, мятые. Просто мне очень не терпится, поэтому я вам сейчас так быстро все показываю, но потом я вам все покажу подробно. Следующее — это ручки. Ручки у нас вот такие вот. Мне кажется, уже можно догадаться, что за мультик. Вот такие сладкие ручки. Боже, какие они большие. Она очень большая. Ну, как очень? Ну, хорошо большая такая девчушечка. И головка. Ну, давайте еще не головка. Тут у меня головка почему-то еще пока не показывается. Дальше тельце. И вроде бы глазки. Глазки пришли синеньким. Я очень хотела синеньким. И тельце. Ну, тельце, конечно, качество не очень плотно. Вот такое оно, как бы, прям впервые вижу. Но вроде размер нормальный. Вроде размер нормальный. Посмотрим. Ну, и теперь... А, еще серфитикат. Серфитикат попозже покажу. Давайте головку. Она мятая пришла. Ну ладно, я ее выпрямлю. Она мятая, ребятки. Это Зоюшка. Зоюшка такой мятый. Сейчас мы это все исправим. Ну, такое бывает. И вот такой вот серфитикат ей пришел. Очень красивый и не мятый, блин. Сейчас пойду... выпрямлять. После как выпрямлю, вам полностью покажу конечности. И вот. В общем, ребятки, сейчас я выпрямляю мультик Зои. Вот, у меня появился Реагриль, Генезис, и я теперь делаю куколок из Генезиса. Сейчас вот я выпрямляю ручки. Я сразу уже решила, раз я всю Зоечку выпрямляю, чтобы прям вот идеальненько было. Ножки две выпрямила уже. Вот, ребятки, я все выпрямила. Не знаю, вам видно, не видно. Ручки ей, вот они еще немножко даже тепленькие, ножички. И сейчас я уже буду самое долгожданное, это собирать ее. Вот, такая крошка. Вот. Глазки вставляю, ей смотреть, какие лучше. И уже собирать. Какие буду-будушечки. А потом я пойду на Валберес, мне там пришла для нее одежка. Очень красивенькая, вот, заберу. Ну что же, буду собирать. Ну и вот такая вот у нас крошка получилась просто. Она мега миленькая, зайка. Такая вот большая достаточно. Мне она очень нравится, такая вот солнышко. В общем-то, ребятки, вот такая малышечка у нас получилась. Извиняюсь за голос. Я ей уже сделала вот такую вот ногускую сосочку. Такая вот у нее, кстати, новая кофточка. Она забрала мама. Вот, для нас, ну, для малышки. Я ее, кстати, назвала Ася. Вот. Для малышечки это как бы бабушка моя мама. Ну, для меня она мама. Вот, делаю ее вот в такие вот штанишки. И еще мама купила сейчас набор носочков. Вот я ездила вот такие вот. Вот такая вот сладкая булочка. Надеюсь, вы рады нашему пополнению, так как у нас давным-давно не было пополнения. И вот сейчас вот появилась малышка Ася. Да, Ася. Ее так зовут. Полное имя Ася. В общем, всех безумно любим, всем желаем хорошего настроения и всем пока, спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока!